А ты знаешь, что любовь к кошкам – это признак веры в исламе? Кошки – единственное животное, которому не запрещено входить в мечеть и жить в доме, ведь это чистое животное. В отличие от собак, причина такого отношения к котам очень проста. Сам пророк ценил и обожал этих животных. По легенде, любимая кошка пророка Мухаммада Муиза даже спасла ему жизнь от укуса змеи. Кошка обязательно попадет в рай, а в судный день именно кошка расскажет о всех плохих и хороших поступках своего хозяина. А люди, которые обижали и приносили вред животным, никогда не попадут в рай.